Волейболистки калининградского «Локомотива» в гостях обыграли «Заречье» Одинцовы в матче 13-го тура регулярного чемпионата Суперлиги со счетом 3-0. На финише «Локомотив», и без того обладающий солидным составом, усилился Татьяной Кошелевой. Поболеть за спортсменку приехала племянница Маша. Немножко волнительно. Женский волейбол, он такой непредсказуемый, то хорошо, то плохо, к сожалению. Но я очень рада, что мы победили, достойно боролись, исправляли где-то свои недочеты. Ну, в общем, самый главный результат 3-0 у нас есть, и это для нас большая радость. Команда из Калининграда лидирует в турнирной таблице. Заречье Одинцовы потерпело уже третье поражение и расположилось на 8-й строчке. По словам тренера Заречья, команде просто немного не хватило опыта, чтобы дожать соперниц. Следующая игра у нас будет 9 числа. Мы принимаем «Уралочку». Это очень хорошая команда. Всегда у нас с ними идет битва. Это тоже один из лидеров чемпионата. Я думаю, что игра тоже будет достаточно эмоционально интересной. С нетерпением ждем. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».